Здравствуйте, уважаемые друзья! Я вас приветствую. Огромное вам спасибо в первую очередь за гигантское количество полученных вопросов предварительно. Они серьезно оживят нашу сегодняшнюю дискуссию. Вопросы действительно острые. Некоторые повторяются, но это не беда. Вот, постараюсь ответить сегодня на максимальное количество из них. Сегодняшняя тема для затравки звучит так: как мы будем побеждать, и это будет не 7 апреля. Ну, конечно же, вопрос возникает, кто такие мы, те самые, которые хотят побеждать. Ну, конечно же, в данном случае не имеются в виду лидеры или функционеры политической партии «Гражданский конгресс». Для того, чтобы оказаться в парламенте, нам совсем не обязательно было создавать свою политическую партию. Многие из вас были свидетелями того, как многие политики обращались чуть ли не публично в наш адрес с предложением войти там по своим спискам. Вот некоторые даже говорили о том, что они хотят вернуть нам политическое будущее. Ну и прочие благотворительные, так сказать, комментарии отправляли на сей счет. Нет, мы — это не гражданский конгресс. Как мы будем побеждать? Мы — это общество, мы — это большинство наших граждан. Ну, то самое большинство, которое очень давно уже не одерживало побед. Ну и когда, так сказать, последний раз мы могли бы, так сказать, сказать о том, что вот мы, граждане Молдовы, побеждали. При Филате, Гимпу и Лупу это были победы. При Филате и Плохотнюке тоже сомнительно. Кто-то, может быть, и побеждал. А вот это кто-то измеряется, так сказать, несколькими десятками человек. Или мы побеждали тогда, когда Плохотнюк безраздельно господствовал и выбирал себе то одного, то другого президента, то Тимофти, то Дадона. Или мы надеемся на то, что большинство наших граждан окажется среди победителей сейчас. Оснований для оптимизма очень-очень немного. Все эти годы, последние годы, десятилетия, наши граждане проигрывали раз за разом, год за годом. И число проигравших становилось все больше и больше. Это были граждане самых разных убеждений. Либеральных убеждений, для которых важнейшими принципами являются принципы представления прекрасных, являются там принцип верховенства права и священное чувство частной собственности. Ну и разве они оказывались в числе победивших? Захваченное государство, рейдерские атаки, отъем бизнеса, все последнее десятилетие. Разве оказывались в числе победителей люди левых убеждений, для которых чрезвычайно важен принцип социальной справедливости? Мы не знаем ни одного дня, ни одного часа в истории последнего десятилетия, когда бы этот принцип соблюдался. Уж не говоря о том, что все последнее десятилетие левые политики, так называемые, относящиеся к левому флангу, раз за разом огорчали своих избирателей. Они шли на лозунгах того, что мы не допустим НАТО в Молдове, остановим, так сказать, унионизм, улучшим отношения с Российской Федерацией и так далее, и так далее. Что мы видим в реальности? В реальности мы видим, что за последние 5 лет число наших граждан, которые разочаровались в молдавской государственности, и, в общем-то, не против того, чтобы наша страна была поглощена соседним государством, увеличилось с 7% до 35%. Мы видим, что за последние годы число людей, которые видят в Российской Федерации главного стратегического партнера, резко сократилось, да и само положение России переместилось с позиции номер один торгового партнера, номер один для Республики Молдова, на второе, а то и на третье место. Люди разочарованы, люди разучились верить в возможность победы, своей победы, собственной победы, как граждан в Республике Молдова. И, конечно же, у всех возникает вопрос, а вообще можно здесь одерживать победы? Ну, такие победы, которые действительно были бы общенациональными. Можно ли здесь побеждать в этом замечательном месте, которое для многих стало гиблым, синонимом смерти, синонимом отчаяния, безверия в какие бы то ни было перспективы? Мы считаем, что да.
Мы считаем, что можно. И для того, чтобы одерживать верх в борьбе, политической борьбе, совместной борьбе за выживание, нужно, в общем-то, соблюдать сейчас несколько очень важных правил. Правило номер один. Ни в коем случае не наступать на прежние грабли. Ни в коем случае не голосовать за тех, кто украл миллиард, за тех, кто простил этот колоссальный беспрецедентный грабеж, для тех, кто союзничает с теми, кто украл миллиард. Нельзя голосовать ни за партию Шор, ни за демократическую партию. Нельзя голосовать за тех, кто очередной раз пытается путем политической демагогии и доминирования в средствах массовой информации убедить вас в том, что никакого другого выбора не существует. Второе. Ни в коем случае нельзя голосовать за тех, кто дает вам деньги за ваш политический выбор. В этот момент они дают вам не деньги. В этот момент они вручают вам шприц с героином, который должен быть воткнут в будущее ваших детей, ваших родителей, ваших семей. Вы должны гнать людей палками из своих сел, из своих городов, тех, кто пытается купить ваш голос, тех, кто пытается всучить вам деньги, для того, чтобы один раз совершить неправедный выбор и впоследствии оказаться безвольной жертвой совершенной ошибки. Знаете, один мой знакомый, хороший знакомый, как-то сказал, что для того, чтобы корабль поплыл, документация строящегося корабля должна быть тяжелее самого корабля. Так вот, в сегодняшних условиях строить какое бы то ни было политическое будущее для Республики Молдова невозможно без глубокого, продуманного, открытого со всем обществом плана действий, планы перемен. Все те, кто говорят, что, знаете, да оставьте свои планы, в общем-то, два концерта, три пачки с рисом, вот и вся настоящая современная политика в Молдове, это, конечно, не люди. Это люди, которые способны очередной раз, не политики, точнее, они способны очередной раз просто паразитировать на ваших бедах, на вашем несчастье. Нет, не поплывет молдавский корабль, если очередной раз, а точнее первый раз, всем вместе не собраться и не обсудить, как же все-таки мы будем выбираться из той ямы, в которую мы все угодили за последние 30 лет. Если у политической партии, у политической силы нет плана перемен, если она чурается обсуждать этот план с другими политическими силами, если она не желает обсуждать это с обществом, с гражданами, то это аферисты, это не политики. И когда они будут входить в ваши села и города с концертными программами, с песнями и плясками, спрашивайте их в первую очередь, а каков ваш план? И не просто план пожеланий, не просто план обещаний, а как можно за ближайшие годы, за ближайшие месяцы развернуть круто ход молдавской истории таким образом, чтобы жить становилось легче большинству людей, для того, чтобы мы увидели свет в конце туннеля. Мы граждане, большинство. Политическая партия «Гражданский конгресс» очень серьезно относится к этим вещам, к вопросам того, как именно, действительно, по-настоящему можно изменить гибельный ход молдавской истории. Более того, мы не считаем, что вот наш план действий, о котором мы везде говорим, что вот это панацея какая-то. Нет, мы так не считаем. Это невозможно просто. Мы считаем, что отсутствие любого плана – это гибель. И мы готовы свой план обсуждать со всеми, критиковать его, дополнять его, опираться на те или иные пожелания, так сказать, наших граждан с мест, учитывать их. Но не иметь никакого плана – это путь к гибели. Не наступать грабли, не брать деньги, не верить тем, кто пытается действовать без плана. Это путь к победе. Это путь к победе не гражданского конгресса. Это путь к тому триумфу солидарности и конструктивности, который может быть настоящим образом возможной победы. Не победы Запада против Востока в Молдове. Не победы Востока против Запада.
не победы, так сказать, людей правых убеждений над теми, кто, так сказать, жаждет установления элементарной социальной справедливости в Молдове. Таких побед уже не будет. На такие победы у нас нет ни сил, ни возможности, ни времени. Победа может быть только общей, общенациональной. И вот к такой победе мы должны идти. И мы к ней придем, если мы будем соблюдать подобные принципы. Они очень простые. Не наступать на грабли, не брать деньги и требовать настоятельно, каков же ваш план. И есть ли он. И да, и тогда это будет настоящая победа. И это будет не 7 апреля. А сейчас я с удовольствием перейду к ответам на ваши вопросы. Тем более, действительно, их накопилось очень много, и я смотрю, что появляются все новые и новые вопросы. Вопросы разные, вопросы очень конкретные, некоторые достаточно философские сформулированы, но постараюсь ответить на большинство из них. Насколько сегодня, по вашим оценкам, общество способно к солидаризации? Порой возникает впечатление, что человек человеку волк. Это не только кредо властей, но все чаще и чаще кредо простых граждан. Если это так, насколько в этом виновато наше образование и медиа? Вы знаете, человечество существует уже миллионы лет, в нынешнем облике сотни тысяч. И совершенно ясно и определенно сегодня можно сказать, что человечество выжило благодаря тому, что принцип солидарности брал верх над принципом естественного отбора. Когда люди стали жалеть покалеченных, когда они начали выхаживать раненых, вот тогда человек превратился в человека. И раз мы с вами живы до сих пор, то это несомненное свидетельство в пользу того, что во все времена остается место для солидарности, вне зависимости от того, какое образование, какое воспитание. Конечно, сегодняшняя образовательная система, об этом мы поговорим еще, не содействует пробуждению в человеке его лучших качеств и свойств. Но тем не менее, раз мы живем вместе, раз мы сосуществуем, то сосуществуем мы в первую очередь благодаря тому, что способны проявлять свои человеческие качества. Далеко не всегда мы понимаем, о чем идет речь, но, безусловно, это то замечательное, что свойственно абсолютно большинству людей, в том числе, естественно, для людей, живущих в Республике Молдова. Мы аграрная страна, у нас самые высокие цены в Европе, соотношение зарплат к ценам на сельхозпродукции. Как, по вашему мнению, нужно решить этот вопрос, чтобы аграрии зарабатывали, а людям было бы по карману покупать нашу продукцию, а не импортировать или уменьшать долю импорта? Ну, разочарую уважаемого автора вопроса. Мы не аграрная страна. Мы давно уже не аграрная страна. Мы потребительская страна, иждивенческая страна. Производство в сельском хозяйстве не является основой развития нашей экономики, ни тем более сферы индустрии. Мы живем за счет, большей части, за счет того, что перечисляют нам наши граждане из-за рубежа. Мы тратим это здесь, тратим на сферу обслуживания. Мы страна в большей мере сельская, то есть значительная часть наших граждан живет в селе, но это не означает, что мы аграрная страна. Мы уже отвечали на этот вопрос в различных аудиториях и продолжаем отвечать. Неконкурентоспособность нашей аграрной продукции в первую очередь следствие очень серьезных системных вопросов, связанных с провалом в нашем вопросах энергетической безопасности. Электроэнергия, которая имеет доступ и наши экономические агенты, и наши граждане, чрезвычайно дорога. И чрезвычайно дорога она, понятно, не потому что здесь каким-то иным способом добываются все эти киловатты в час, потому что существуют известные, публично известные бандитские мафиозные схемы. От 4 центов за киловатт-час до 11 центов за киловатт-час это более чем в 2 раза, так сказать, накрутка на чем? На бедности, на нищете. Мы уже говорили с вами во время прошлого лайва о том, что это не рыночные цены. Рыночные цены не должны приводить к гибели субъектов рынка, то есть граждан, потребителей, экономических агентов. Они не должны
загонять экономику в тупик, они должны давать возможности для развития, для расширения производства. У нас все происходит прямо противоположным образом. И происходит это не потому, что мы находимся в каком-то очень сложном, объективном положении, которое невозможно изменить. Нет, просто потому что во главе страны, во главе Республики Молдова просто находятся бандиты и воры, которые решают свои собственные вопросы. И до тех пор, пока это будет так, до тех пор наша сельскохозяйственная продукция, в том числе и не только сельскохозяйственная продукция, будет оставаться неконкурентоспособной. До тех пор банка с зеленым горошком, произведенная в Республике Молдова, будет дороже точно такой же банки с зеленым горошком, произведенным в Румынии или там в Украине. До тех пор у нас не будет никакого индустриального развития. Все очень просто, к сожалению, в данном конкретном случае. Вопрос о том, что мы будем делать с судьями, прокурорами, которые служили режиму Плохотнюка и так далее. Но этот вопрос будет повторяться, поэтому я постараюсь на него ответить сейчас проще. Мы, понимаете, здесь невозможно действовать какими-то постепенными методами. Здесь невозможно действовать терапевтическими методами. Здесь невозможно убеждать людей. Здесь необходимо действовать жестко, критично, резко, ну точно так же, как рубится хвост собаки. По кусочкам это жестоко, неправильно. Рубить надо сразу, одновременно, одномоментно. Жесткая иллюстрация. Да, жесткая иллюстрация. И здесь не нужно переживать о том, а где мы возьмем других прокуроров, где мы возьмем других судей. Мы никогда не возьмем других судей и других прокуроров, пока у нас существует криминальная среда, которая развращает любые молодые кадры, которые поступают в систему судейского корпуса, либо прокурорского корпуса. Рубить, запрет на профессию, судить, не давать возможности, так сказать, прикасаться к тому месту, которое должно быть символом справедливости, а не грязной вонючей кормушкой. Уважаемый Марк Евгеньевич, хотел бы услышать ваше мнение о камне Гимпу на главной площади Кишинева и музее советской оккупации, расположенном в бывшем доме офицеров. Что со всем этим позором делать? Ну, вы знаете, я сейчас буду очень непопулярен, наверное, потому что это две разные проблемы. Камень Гимпу – это уже тот позор, с которым мы должны жить дальше. Это памятник нашему, так сказать, нашей неспособности остановить Михая Гимпу в 2010, по-моему, году это было. Вот, все, он будет стоять, для многих, так сказать, он будет символом чего-то очень важного и жертвенного, для других это будет символом позора, для того и существуют памятники. И памятники сносить уже нельзя. Нужно было делать все для того, чтобы не допустить установления камня Гимпу для тех, кто является противником подобного рода перформанса. Сегодня же это памятник. Будьте любезны, проходите мимо него с трепетом, либо с негодованием. Памятники иногда внушают подобные качества. Что же касается музея оккупации, то, так сказать, здесь все просто, но просто наоборот. Республика Молдова никогда не являлась объектом оккупации, чей бы то ни было. Республика Молдова не являлась субъектом международного права ни в 40-м году. Вот. Если мы говорим об этом. Субъектом международного права являлась Румыния, которая добровольно оставила территорию Бессарабии 28 июня 40-го года по решению своего правительства. Мы не знаем вооруженных боестолкновений между Красной армией и армией Королевской Румынии в июне 40-го года. Поэтому, не хотелось кому-то перенести на территорию Республики Молдова по одним общим лекалам вот эту восточноевропейскую проблематику, связанную с так называемой советской оккупацией, применительно к Республике Молдова этот перенос не работает. Это неправильно, это поверхностно, это вопреки истории. Это нечестно. И поэтому, если говорить об оккупации, то гораздо справедливее говорить об оккупации с 18 по 40 год.
Уж извините, у меня такая точка зрения, я могу ее обосновать. Что же касается музеев, ну если какая-то группа граждан считает необходимым собрать некие артефакты таким образом, чтобы они демонстрировали какую-то идею, идеологию оккупации с их точки зрения, они это могут делать в частном порядке. Если же это делает молдавское государство, если это делается за государственные деньги, это государство должно поднять лапки в гору, расписаться в собственной беспомощности и, так сказать, ну, в общем-то, либо открывать такие музеи, либо отказываться от собственной государственности. Марк Евгеньевич, как вы думаете, почему в унионистском политическом сегменте часто меняются лидеры, новые появляются ниоткуда, их раскручивают, потом они исчезают? Почему ушли с политического поля лидеры первой волны, Шалару, Гимпу и так далее? Ну, знаете, унионизм в Республике Молдова это очень такая, я не хочу, чтобы, господа, унионисты бывают у нас разных видов, некоторые вполне себе искренние, так сказать, товарищи и коллеги, но тот политический унионизм, который существует в Республике Молдова, это достаточно сомнительное с моральной точки зрения действо. Люди не верят в существование Республики Молдова, но активно набивают себе карманы за счет молдавской политики. Не только в виде парламентариев, но и в виде министров, в виде премьер-министров. Вот. Это, так сказать, такая очень странная форма демонстративной подлости. И совершенно понятно, почему, что, какого рода мотивы этими людьми двигают. Да? То есть прийти, ограбить и уйти. Вот и весь унионизм. Собственно говоря, в этом смысле наш молдавский унионизм не изменен с 91 года. И те залпы тотального разорения экономического, которые переживает Республика Молдова, в основном связаны вот с таким вот мародерствующим унионизмом. Виталий Возной задает вопрос. Мне интересно, как гражданский конгресс будет строить свое взаимодействие с другими оппозиционными силами и гражданским обществом. Есть ли какие-то разработанные механизмы для этого? Любые механизмы можно разрабатывать, придумывать, но самый главный механизм – это наличие общей повестки. Как только мы заявляем о том, что вот мы готовы, мы открыты для реализации определенных конструктивных планов, то мы, конечно же, не будем взвешивать на моральных, политических весах наших возможных партнеров. Мы рады любому взаимодействию, любому содействию. Если у нас нет общей повестки, то на силу ее не придумаешь. И мы будем долго выяснять, кто является представителем гражданского общества, кто не является представителем гражданского общества, ну и так далее. Есть общее дело, значит, любое взаимодействие может только приветствоваться. По-моему, это очевидно, и здесь не нужно строить какую-то особую философию. Здравствуйте, у меня три вопроса. Вакцинация – это прерогатива государства, и почему она должна быть платной и для кого? У нас сложилось тяжелое положение в стране с медициной, вакцинацией, лекарствами, оборудованием. Значит, ну, слушайте, тут очень сложный вопрос с непонятными знаками препинания. Я боюсь, так сказать, переврать содержание вопроса, но... С нашей точки зрения, конечно же, вакцинация в Молдове уже провалилась. Мы подключились к этой проблеме позже всех в Европе. Мы превратили проблему вакцинации в политический рынок, вот, местечковый, такой примитивный. И сейчас в этих условиях, в условиях всеобщей тотальной бедности, мы еще пытаемся, так сказать, вакцинацию превратить в такой престижный товар. Не говоря уже о том, что наша политическая элита, ну, просто дискредитировала себя в глазах, по-моему, абсолютного большинства граждан, когда они, обладая доступом к вакцинам в других странах, делают себе вакцины и демонстративно, так сказать, демонстрирует свое преимущество над всеми остальными гражданами, у которых такой возможности нет. Вакцинация должна быть
бесплатной. Вакцинация должна быть массовой. Вакцинация на сегодняшний момент – это должна быть задача номер один всех, без исключения политиков. И если они ввели чрезвычайное положение для того, ну, мы об этом еще поговорим, про чрезвычайное положение, но если они сегодня занимаются вакцинацией исключительно для того, поднимают тему вакцинации исключительно для того, чтобы каким-то образом повлиять на собственный рейтинг, и делают это очень примитивно, конечно, это беда. По-моему, здесь других точек зрения быть не может. Как вы относитесь к снижению зарплат чиновников в государственных учреждениях и организациях, где государство имеет пакет акций? Недопустимо, чтобы руководство чиновников имели зарплаты в 30-70 тысяч лей. Знаете что? Недопустимо в первую очередь, когда подобного рода зарплаты существуют в предприятиях, которые демонстрируют свои убытки. Недопустимо тогда, когда подобного рода зарплаты выдаются в бедной стране. Беднеющий день ото дня. Мы, гражданского конгресса, очень четкое и ясное понимание того, от чего должны зависеть зарплаты и заработная плата в государственном секторе. И в первую очередь среди чиновников. Она должна зависеть от наших успехов в международных рейтингах, в частности в рейтинге человеческого развития. Поднялись мы по ступенечкам выше в рейтинге человеческого развития совокупном, значит, что чиновники в том числе молодцы, значит, депутаты в том числе молодцы. Они издавали хорошие законы, общество стало богаче, ну почему бы им не прибавить себе зарплату? А когда сегодня поднимаются цены на электроэнергию, когда сегодня все меньше и меньше людей способны оплачивать элементарные коммунальные услуги, а эти мафиозные коммунальные спруты повышают себе заработную плату, ну это бандитизм. Это безусловный бандитизм. Здесь нет места для комментариев. Здесь существует место только для уголовного преследования. Ну тут дальше идут интересные вопросы про Кишинев. Будет ли что-то предприниматься гражданским конгрессом для прекращения этого хаоса в городе, особенно в исторической и центральной его части? Возможен ли снос этих уплотнительных новостроев? Понимаете, хотим мы или нет, но город и столица не может развиваться стихийным образом. Не может развиваться она по принципу, извините, в кавычках взятых, Шанхаев. Да? Нельзя строить в центре города перегруженного, так сказать, трафиком автомобильным 15-этажные жилые корпуса. И вопрос здесь не только, так сказать, об эстетике, о каком-то, так сказать, зрелищном моменте. У нас отсутствует, самое главное, у нас отсутствует современный план. У нас отсутствует понимание того, как должен развиваться Кишинев. Кишинев постоянно растет, численность кишиневцев растет. И в этот момент, так сказать, мы продолжаем делать вид, что мы не понимаем, что Кишиневу нужна в первую очередь совершенно другое представление о том, как он должен развиваться. Сегодня все инвестиции, все капиталы устремляются в центр. Здесь разрушаются, да, памятники, здесь стираются в пыль наследие Кишинева последних столетий. И Кишинев еще больше, так сказать, перегружается, загружается, становится невыносимым для жизни. Кишинев нуждается в другом, не в моноцентричном, а в полицентричном развитии. И именно эти темы сегодня почему-то не обсуждаются. Хотя, конечно же, многое становится лучше. При любом критическом подходе к тому, что происходит в Кишиневе за последние годы, здесь, ну, будем откровенны, произошли серьезные перемены к лучшему. И иногда оказывается, что вот взять в руки метлу и подмести, и сделать новые тротуары, это тот подвиг, который не совершался последние 30 лет в этом городе. Взять и почистить долину реки Бык, русло реки Быка, это тоже никто не делал, это происходит. И слава богу, что это происходит, это дает основания для какого-то оптимизма на то, что перемены в нашем городе возможны. Здесь дальше идет вопрос вообще на другую тему. Вопрос по Приднестровью. Какие шаги будут предприняты гражданским конгрессом для нормализации отношений и объединения обеих берегов, ваши отношения к федерализации? Федерализация в Республике Молдова давно стала ругательным словом. Никто не знает, что это такое.
Вот. Когда правые политики произносят слово федерализация, то нужно понимать, что они имеют в виду любое решение Приднестровского конфликта, предусматривающего предоставление статуса левому берегу. На самом деле все они забывают, что несмотря на то, что в нашей Конституции Республика Молдова названа унитарным государством, де-факто она уже является отчасти федерацией, потому что у Народного собрания Гагаузии есть право законодательной инициативы в общенациональном парламенте. Это абсолютно федеративная норма. Сегодня ситуация крайне неблагоприятна даже для обсуждения темы Приднестровского урегулирования. Сегодня эта тема ушла из общенациональной повестки, как многие очень серьезные, важные вопросы. Сегодня мы можем говорить только об одном. Слава Богу, что у нас существует мир. Слава Богу, что у нас нет никакой стрельбы. Слава Богу, что нет никаких симптомов обострения в зоне безопасности. Вот этим мы и живем. Если говорить о перспективе, то нужно понимать, что и в сегодняшнем состоянии, и в прошлом состоянии так называемый Приднестровский конфликт в первую очередь порождение мафиозных интересов, которые существуют в первую очередь в Кишиневе. Мы видим, что сегодня происходит в Приднестровском регионе. С одной стороны, этот регион абсолютно закрылся от всего мира. Граждане Республики Молдова, живущие в Приднестровье, не могут выехать за пределы региона. В том числе, вы знаете, что, например, среди жителей Резинского и Каменского района около 3000 жителей прикреплены к медицинским учреждениям, находящимся на правом берегу Днестра. Это люди, страдающие диабетом, целым рядом хронических заболеваний, легочных. Они должны наблюдаться у врачей. Они получают необходимые, так сказать, препараты, инсулин и так далее. Сегодня в условиях ковида все эти люди лишены этой возможности. Просто лишены этой возможности. Ввиду определенной политики, которую проводят приднестровские власти на самоизоляцию региона. С другой стороны, при всей этой самоизоляции мы видим, как каждый день едут грузы с металлоломом, металлферроз на приднестровские предприятия, что никакой на мафиозном уровне никакой самоизоляции нет. Ребята продолжают делать деньги. А граждане находятся в совершенно угнетенном, эксклюзивно тяжелом положении, безвыходном положении. Поэтому у Гражданского конгресса свое представление о Приднестровском урегулировании, и это представление формулируется очень просто. Мы считаем, что сейчас очень важно добиться того положения, при котором и власти Приднестровья, и власти Республики Молдова начнут двигаться к общим целям. Эти цели связаны, да, с человеческим развитием, к новым стандартам образования, к новым стандартам здравоохранения, к новым стандартам социальной защиты. И на этом пути мы действительно обретем и свое гражданское единство, и территориальную целостность. В стране умирает система образования. То, что сейчас происходит, приводит к деградации нации. Ваше видение возрождения образования в Молдове. Гражданский конгресс, наверное, относится к числу тех политических партий, которые и по вопросам образования, и по вопросам здравоохранения сформировали достаточно целостный круг идей, что нужно делать. Более того, мы полагаем, что это один из самых базовых вопросов выживания страны и общества. И мы считаем, что в первую очередь здесь должна действовать политическая воля. Сначала мы должны поставить проблему и сказать, что не решать ее невозможно. Когда горит здание, пожар, значит, люди же не создают проблемную группу, которая начинает рассуждать, а сможем ли мы потушить пожар, а хватит ли у нас сил для тушения пожара, давайте мы выясним, кто настоящий поджигатель, а может быть оно должно сгореть, и пусть оно горит и так далее. Нет, люди берут ведра, ищут источники воды и действуют сообща для того, чтобы потушить эту беду. Вот сейчас образование, здравоохранение, детская смертность – это те темы, те проблемы, которые нужно решать сообща, быстро, одномоментно, немедленно, и применять для этого все возможные инструменты.
Игорь Павлов задает вопрос. Гражданский конгресс настаивает на том, чтобы обладатели двойного гражданства не имели права занимать госдолжности. Как вы планируете это осуществить при условии, что 30% населения владеет двойным гражданством? Не будет ли это в каком-то роде дискриминации? Как вы планируете вернуть диаспору, дискриминируя ее изначально? Вот такой вот пафосный вопрос. Уважаемый Игорь, ну понимаете, наверное, уже и невозможно, ограничить доступ людей с множественным гражданством к государственному управлению Республики Молдова. Но есть все-таки области, где, наверное, ну, крайне некорректно, поправьте меня, если вы представляете себя, как это можно сделать, крайне некорректно использовать граждан с двойным гражданством. Например, на тех должностях, которые предусматривают доступ к государственной тайне. Ну вот я гражданин Молдовы и, допустим, гражданин России или Румынии. У меня есть доступ к государственной тайне Республики Молдова. И тут ко мне обращаются мои коллеги из Румынии или из Российской Федерации и говорят: «Амиго, слушай, ты гражданин нашей страны, ты обязан служить своей родине. А ну-ка расскажи, что там написано в этих документах, и что мне делать? Как я могу не исполнить свой гражданский долг перед другой страной?» Поэтому я думаю, что все-таки это серьезная проблема, применительно именно к такой стране, как Молдавия, где очень многие граждане являются обладателями многих гражданств и искренне желают послужить своей собственной стране. Но я думаю, что ограничение в сфере доступа к государственной тайне, конечно, должно быть. Это моя личная точка зрения. Если у вас есть другое решение, и вы знаете, как его реализовать на практике так, чтобы не нанести ущерб национальным интересам Республики Молдова, давайте мы это обсудим. Я молодой специалист-биотехнолог. Уже полгода не могу найти работу. Какие планы у Конгресса в области молодежной политики, наукоемких производств или хотя бы политики трудоустройства молодых людей? Ну, вы знаете, вот давайте про молодых людей чуть в сторону и ближе к наукоемким производствам. У Гражданского Конгресса, безусловно, существует очень ясное представление о том, что без культивирования инноваций и новых технологий, без создания особых режимов, которые позволят перебираться в Республику Молдова целым научным коллективом, у нашей страны не будет будущего. Сегодня то, что я назвал, вот то, что я перечислил, это является, ну, добрым правилом современной эпохи. Сегодня нужно создавать условия здесь, в Молдове, условия здесь, в общем-то, можно создать неплохие. Республика Молдова – это страна с либерализованным визовым режимом в Европейский Союз. Это страна с безвизовым режимом с целым рядом стран Восточной Европы и России. То есть в этом смысле находиться здесь не так уж плохо, особенно если это целый научный коллектив, и ему созданы для такого рода коллектива созданы условия, там, безналоговые и прочие стимулы. И, конечно же, для нас очень важно, чтобы в Республику Молдова перебирались не просто сами технологии безадресно и безличностно, а целые коллективы, которые способны эти технологии вырабатывать. Когда-то мы внедрили здесь кодекс науки и инноваций, который был фактически, так сказать, разрушен сначала поэтапно всеми правительствами с 2009 года и добит правительством Павла Филиппа и уже окончательно растоптан правительством Иона Кику. Так вот, за время действия этого кодекса, который распространялся на всю страну, его задача заключалась в стимулировании технологического трансферта и инновационной экономики, Республика Молдова изменила свое место в международном рейтинге инноваций на 44 пункта. На 44 пункта. И это за каких-то несколько лет. Поэтому, конечно же, мы настроены на то, чтобы Республика Молдова превратилась в место, куда стекаются не просто инвестиции, но в первую очередь инновации. Мы выступаем за инновационный климат, за то, чтобы страна стала местом, где молодые люди, а в первую очередь молодые люди, наиболее тщеславные, амбициозные, находили возможность для своего профессионального роста, для решения самых интересных творческих задач. Озвучьте, пожалуйста, какие статьи Конституции Республики Молдова были изменены с приходом власти Плохотнюка и как это повлияло на судьбу нашей страны. Да очень просто. 78-я статья Конституции об избрании президента. Ни с того ни с сего решили подарить, бросить кость.
молдавскому избирателю и предложили избирать президента всенародно, президента, лишенного полномочий. Во второй статье, во втором пункте или параграфе этой статьи изменен был возраст президента с 35 лет до 40. Ну, мы помним, почему это случилось, потому что тогда бы одним из кандидатов на пост президента был бы Ринат Усата. Если бы Ринату Усатову тогда было бы 50 лет, то в Конституции было бы изменено это на то, что кандидатом в президенты может быть человек не старше 50 лет, ну и так далее. Это очень печально повлияло, но были изменения не только эти. В первую очередь тем образом, что вдруг ни с того ни с сего пост, который играл всего лишь символическую роль в стране, в условиях всеобщей выборности, он получил вес, на который рассчитывали граждане. Ну как, они же избрали Игоря Дадона. Он же им там чего-то обещал. А потом его избрали и 7 раз отключали из розетки. И он с этим мирился. И люди до сих пор не могут понять, что пост президента Республики Молдова — это фейк, это фальшь, это ни о чем. С одной стороны, дают возможность людям поучаствовать в избрании, а с другой стороны, этот вот кандидат, тот или иной, который побеждает, вдруг говорит о том, что у меня нет полномочий, я не могу распустить парламент, я вообще ничего не могу. А зачем тебя избирали тогда? И возникает вот такое очень критичное отношение и к собственному праву, и к молдавской демократии. Но было еще одно очень серьезное изменение. Молдавская конституция появилась на свет в 1994 году. А 27 августа 1991 года, почти 30 лет назад, у нас появилась Декларация о независимости. Я немножко говорил об этом во время прошлого лайва, повторюсь еще раз. Это был очень опасный документ, потому что это была декларация не о независимости. Это была декларация о независимости наполовину от Советского Союза. Это была декларация, которая открывала двери к ликвидации Республики Молдова, потому что весь ее пафос был, прозвучал с позиции другого государства, с позиции Румынии. И когда появилась Конституция в 1994 году, значение и роль декларации 27 августа 1991 года оказалось достаточно ритуальной. На нее можно было не обращать. Был такой момент и был такой. Но мы помним, что сделал Конституционный суд во главе с Константином Тенаси, который был судьей по вызову со стороны Владимира Плохотнюка. Они сделали декларацию независимости составной частью Конституции Республики Молдова, хотя в Конституции было сказано, что никакой другой документ, не входящий в Конституцию, не может, так сказать, быть уравнен в правах с основным законом Республики Молдова. Таким образом, открыв дверь к возможности ликвидации Республики Молдова. Это сложный юридический вопрос, но тем не менее, именно такие сложные юридические вопросы и решались во времена захваченного государства. В общем, государство захвачивалось для чего? Ну, для того, чтобы его потом перепродать, сдать как металлолом, как утилисырье. Это и происходило во времена Плохотнюка, и, к сожалению, происходит до сих пор его наследниками. От Шора до Дадона. Что конкретно вы будете менять в Конституции Республики Молдова? Ну, если что-то будет меняться в Конституции Республики Молдова, то это точно будем не мы, а мы с вами все вместе, потому что эти изменения необходимо и целесообразно будет делать на референдуме. В первую очередь мы считаем, что это должна быть социальная конституция. Конституция – это документ, который создает в самом крупном смысле слова, чего можно, чего нельзя. Давайте по-простому. Если это будет социальная конституция, в этой конституции должны быть очень жесткие ограничения в отношении всего того, что связано с социальными правами наших граждан. Должны быть прописаны очень четкие конституционные гарантии социального выживания в здравоохранении, в образовании, в защите детства и пожилых людей. Это очень важные моменты. В этой конституции должны быть очень четко прописаны гарантии для постоянно неуклонного государственного инвестирования в экологическую безопасность Республики Молдова. Потому что сегодня Республика Молдова — это не только страна, в которой происходит разрушение государственных институтов. Это страна, в которой в первую очередь бушует
экологическая катастрофа, незамечаемая никем, рукотворная экологическая катастрофа. Об этом мы еще немножко поговорим чуть дальше. Я помню, там есть такие вопросы на близкие темы. Поэтому все эти темы должны быть защищены. Кроме всего прочего, вы обратите внимание, какое место в Республике Молдова в нашем конституционном устройстве отведено Конституционному суду. Люди зачем-то избирают депутатов, 101 депутата, а потом несколько судей Конституционного суда и часто граждане другого государства изменяют волеизъявления избранных народом депутатов. Такого рода полномочий Конституционного суда, какие есть в Республике Молдова, больше в Европе, по крайней мере, таких примеров не существует. И трактовать Конституцию должны сами депутаты, сам парламент, а не какие-то судьи Конституционного суда. Марк Евгеньевич, как вы считаете, в отношении партии таких одиозных личностей, как Дадон, Шор, Дьяков и еще некоторых, имеет ли смысл провести люстрацию? Ну, что касается партии Шор и Демократической партии, то эти партии должны быть запрещены. Это не моя точка зрения. Это не точка зрения просто отдельных политиков. Что касается Демократической партии, то на сей счет практически все юридические предпосылки созданы Декларацией о захваченном государстве июня 2019 года. И то, что эта партия, несмотря на все эти внутренние расколы, так сказать, все еще жива в тех или иных своих амплуа, конечно же, в этом большая роль и Санду, и Дадона. Два этих персонажа постоянно заигрывают с теми или иными крыльями, если можно назвать, этой политической партии. Видят в ней источник каких-то там союзов, возможных договоренностей и так далее. И вот такая непоследовательность, конечно же, привела к тому, что, увы, Демократическая партия до сих пор еще жива, пытается действовать, более того, активно, так сказать, влиять на политический процесс. Представители Демократической партии чего-то там вещают с телевизионных экранов, вместо того, чтобы давать показания в прокуратуре. Что же касается политической партии ШОР, то это, конечно же, преступная организация, созданная на деньгах, украденных у вас, уважаемые граждане, на том миллиарде. И, конечно же, это очень особый, непонятный, сугубо молдавский случай, когда настоящая преступная группировка находится в парламенте и существует, и действует, и продолжает действовать по своим бандитским принципам. Что же касается партии социалистов, мне кажется вот что. При любом критическом отношении к этой партии, у этой партии может быть какое-то будущее. Мы постоянно общаемся в регионах, в районах с представителями партии социалистов и знаем, как у них накипело, как они негодуют по поводу всего того, что происходит в сегодняшнем парламенте. Они не понимают, что делают их так называемые депутаты, почему они постоянно, так сказать, вот это вот столоверчение и игра в наперстки, которые демонстративно изображают из себя партия социалистов в парламенте, она же для всех очевидна, что это просто попытка уйти от ответственности. Вместо того, чтобы пойти на досрочные выборы, вместе с партией ШОР, они находят все новые и новые аргументы для того, чтобы остаться, для того, чтобы сделать все возможное и невозможное, даже позорясь перед всем обществом, просто для того, чтобы сохранить свои депутатские мандаты. Людям на местах, представителям партии социалистов на местах, их всех охватывает испанский стыд. Им нужно что-то говорить своим избирателям, а что они скажут? Когда для всех понятно, что это просто элементарное ухищрение. Дешевое примитивное интриганство. Поэтому в отношении партии социалистов понятно, что там растет недовольство со стороны районных активистов, руководителями партии социалистов. Понятно, что каждый раз, когда Игорь Дадон устраивает свои лайвы, так сказать, и дает интервью, все просто вот так вот закрываются и прячутся, лишь бы не слышать то, что вот сейчас произойдет, потому что после этого надо будет потом ходить и с утра всем объяснять, что происходит. Почему он заявил это,
нечто тому, что противоположное тому, что он заявлял вчера или час назад. Поэтому мне кажется, что у партии социалистов может быть какое-то будущее, если члены этой партии в конце концов примут решение очистить свою партию от всех тех лидеров, которые дискредитируют и эту партию, и левое движение. Про социальную конституцию мы уже говорили. Вопрос о том, какое у меня мнение по национализации стратегических отраслей промышленности. Вот вообще какое мнение про, или конкретно мнение о национализации, или конкретно мнение по Молдове у нас в частности. Какие у нас стратегические отрасли промышленности существуют? У нас-то и отраслей-то промышленности раз-два и обчелся осталось. Вообще национализация – это очень важный инструмент. Это очень важный инструмент, к которому прибегают по самым различным причинам. Часто прибегают в том числе тогда, когда та или иная отрасль, предприятие, так сказать, сегмент экономики, ну, практически не поддается никакому реформированию. Либо он должен выполнять какие-то определенные общественные функции, нести запрограммированные убытки, то есть не предусматривать какого-то, так сказать, обогащения. Ну, посмотрите, если мы и дальше будем таким образом потворствовать всему тому, что происходит на энергетическом рынке, то да, мы получим еще несколько миллионеров в Молдове. Но через 5 лет этим миллионерам уже надо будет сматываться отсюда, потому что исчезнут люди, которые способны оплачивать все эти энергетические, коммунальные и прочие услуги. Поэтому, конечно, нужно делать все необходимое для того, чтобы либо поставить их в стойло очень жесткого, так сказать, нормативного исполнения всех вопросов, связанных с ценообразованием, либо, конечно, ставить вопрос о национализации. Такое тоже возможно. Марк Янович, мой товарищ, предприниматель из Кагул, утверждает, что в Молдове нужна кардинальная реформа в налоговой системе. Ну, возможно, нужна кардинальная реформа в налоговой системе, но мы коснемся только одного вопроса. У нас сегодня ситуация, когда нам нужно создавать заново всю нашу экономику. Нужно создавать заново. И когда мы создаем нечто заново, то мы должны думать не о том, как обложить несозданное налогами, а как создать стимулы для того, чтобы нечто появилось и выросло. И поэтому идея о нулевой ставке налога на реинвестируемую прибыль является, на наш взгляд, важнейшим инструментом создания новых предприятий, новых экономических агентов, увеличение занятости. И в этом смысле пока еще никто не смог привести контраргументов на сей счет. Почему действовать нужно иначе, так сказать, а не именно таким образом. Анатолий Голия на интервью вас не зовет. Хороший человек и профессионал, кажется. И многоточие. Анатолий Голия меня позвал на интервью. Да, случилось такое. Значит, и позвал он меня на интервью через 2 недели. Он сказал, что обязательно я буду у него на канале РТР. Так что давайте в этом смысле засечем время. Марк Венч, как вы считаете, нужно ли придать русскому языку статус второго государства? Как вы считаете, может, нужно было бы провести кампанию по бесплатному обучению государственного языка в местах, где на нем мало общаются и так далее? Вы знаете, одна сначала про молдавский, про государственный, для кого-то румынский язык, в данном случае в контексте не принципиально. Я 2 года назад участвовал в одном исследовании, проекте, смысл которого состоял в том, чтобы предложить какие-то
инструменты для того, чтобы не молдоязычное население, не титульное население, так сказать, лучше и эффективнее осваивало государственный язык. Так вот, если мы посмотрим программы изучения молдавского-румынского языка в русской, например, школе, то мы увидим одну удивительную вещь. С первого по последний класс этой школы практически никакого прогресса не предусматривается. Вот на таком очень примитивном уровне дети год за годом продолжают ничего не делать, имитировать изучение румынского языка. Так программы придуманы. Вместо того, чтобы изучать действительно румынский язык до 5-го, до 6-го класса таким образом, чтобы уже с 6-го, 7-го класса изучать богатейшую румынскую литературу. У Румынии, как у страны и как у культуры, много интересных, так сказать, очень важных преимуществ. Но румынская литература является составной частью общеевропейской литературы. И список имен выдающихся румынских писателей, так сказать, бесчисленный. И вместо того, чтобы заставлять зазубривать школьников 11-12 классов вот такие вот абзацы текстов про то, что Кишинев — это столица Республики Молдова, лучше с этими школьниками проходить и изучать, и читать романы, пьесы, произведения поэтические, так сказать, румынских литераторов, румынских писателей. И вот для того, чтобы это сделать, совершенно очевидно, необходимо в первую очередь подготовить соответствующих учителей. Что же касается русского языка. Слушайте, вы знаете, около месяца назад я опубликовал небольшую заметку на портале Newsmaker. Я вас всех к этой заметке, ее легко найти, так сказать, отсылаю, потому что русский язык в Республике Молдова все время оказывается заложником политических провокаций. И мы видели совсем недавно, как подобного рода провокации были организованы социалистами. То они вдруг объявили нам всем, что, оказывается, в 2018 году Конституционный суд лишил русский язык статуса языка межнационального общения. Это казалось фейком. Конституционный суд, конечно, не самый справедливый суд в мире, и тем более не в Республике Молдова, но такого решения не было. И как потом социалисты выдвинули свой закон о русском языке, крайне нелепый, очень дилетантский. И Конституционный суд, очередной уже конституционный состав суда, этот закон, так сказать, отменил его действие. Но опять же, он отменил действие этого закона, но не положение о том, что русский язык является языком межнационального общения. Русский язык является и останется языком межнационального общения в Молдове даже в том искусственном, эксклюзивном случае, если вдруг из Молдовы все уедут представители нетитульной национальности. Русские, украинцы, болгары, гагаузы, евреи. И останется только титульное население. Потому что и среди представителей титульного государствообразующего молдавского этноса огромное количество людей, которые не только потребляют информацию на русском языке, но и производят ее. И Анатолий Голя, о котором вы говорили, будет продолжать и в этом искусственном случае вести свои передачи на русском языке. Потому что русский язык – это часть нашего общемолдавского богатства. Это не нечто привнесенное откуда-то со стороны, след влияния каких-то других стран. Нет, это наше внутреннее, очень важное достижение. Марк Евгеньевич, как вы относитесь к концепции общественного договора и какая из трех основных теорий вам ближе? Сейчас все заснут. Значит, участники нашего лайва. Ну, послушайте, да, можно ли данную концепцию использовать при составлении новой Конституции Молдовы? Да, из трех вариантов концепции общественного договора мне, естественно, ближе всего республиканская версия Жан-Жака Руссо. Да, не Гоббса, значит, связанного с монархией, не Лока, а Жан-Жака Руссо. И надо сказать, что вне зависимости от того, чего ближе мне, не ближе мне, теория общественного договора так или иначе внедрена в тело и ткань большинства современных конституций и представления о демократии. Достаточно того, что, например,
у нас в Республике Молдова, согласно нашей нынешней действующей конституции, кто является сувереном, кому принадлежит суверенитет? Народ. Вот это положение общественного договора Жан-Жака Руссо. А если добавить кое-что, то да, можно от Гоббса добавить право народа на восстание против неправедной власти. Такое право должно быть для того, чтобы, так сказать, карась не дремал. Вот такая щука. Марк Евгеньевич, вы уже много добились в своей профессии археолога и в политике. Изменила ли в вас популярность? Можно я не буду отвечать на этот вопрос, не считаю себя популярным человеком. Так. Какими качествами, принципами и способностями должен обладать молодой человек, чтобы быть частью гражданского конгресса? И есть ли в вашей партии фильтр отбора членов партии? Для того, чтобы быть частью гражданского конгресса, нужно разделять ценности, которые изложены в манифесте этой партии. Нужно активно участвовать в обсуждении плана действий этой партии. В общем, готовность пожертвовать значительной частью своего времени для того, чтобы, так сказать, помочь всему остальному нашему молдавскому обществу. Ну, каких-то особых фильтров у нас нет, потому кроме одного, в партию принимают не автоматически, в партию впускает не какой-то робот на сайте гражданского конгресса. Партию впускают, так сказать, и принимают решения о принятии в партии наши коллеги и товарищи. Конечно, если вы побывали в демократической партии до этого, то, естественно, к вам будет очень специфическое отношение. Вот. Потому что к вам будут относиться как к изгнанному из гестапо за жестокость. Что вы ищете в гражданском конгрессе, если вы до этого были в демократической партии? Конечно, вопросов будет немало. Марк Евгеньевич, нуждается ли Молдова в административно-территориальной реформе? Если да, то как вы ее видите? Спасибо. Наверное, Молдова нуждается в какой-то административно-территориальной реформе, но она точно не нуждается в обсуждении какой бы то ни было административно-территориальной реформы сегодня и сейчас. Потому что в условиях экономического падения, деградации, депопуляции, все, что излагается в виде реформ, это не реформы. Это погребальные песни. Давайте мы уничтожим, так сказать, сделаем в 10 раз меньше примарий, давайте мы укрупним наши районы. Это не решение, нацеленное на стимулирование развития. Это часть некролога политического. Вот нас стало меньше, поэтому давайте мы что-то там сократим, уменьшим и так далее. Реформы – это вещи, которые делаются не на выдохе, а на вдохе, на подъеме, во время экономического роста какого-то. Вот тогда мы видим, что нас что-то сдерживает. А когда просто все сыпется и гибнет, ну это не реформы. Мы просто делаем, так сказать, пилим доски для наших гробов, все короче, короче, короче. Поэтому сегодня это не главная тема. Это примерно то же самое, когда мы, так сказать, когда у нас происходила оптимизация школ. Это были не реформы, это был политический и социальный садизм. Нужно создавать условия для роста, для развития. Вот тогда мы будем понимать, что нам мешает для того, чтобы развиться. Нам мешает нынешняя районная система. Нам нужно по-другому каким-то образом осуществлять администрирование на местах. Это другое дело. Сегодня наши местные органы власти – это сгустки жизни. Последние сгустки жизни, где собираются избранные люди и принимают какие-то компетентные решения. Уничтожить эти сгустки жизни легко, восстановить их будет крайне тяжело, если не сказать невозможно. Насколько реально и законно гражданский конгресс хочет достичь преобразования Молдовы в чисто парламентскую республику? Или мы навсегда будем обречены к привычному за последние годы молдавскому вождизму? И смотреть по понедельникам, что тот, кому корона жмет, не может забыть свое президентское кресло. Послушайте, очень не хочется вот этими вот терминами пользоваться. Парламентская республика, президентская республика. Мы за то, чтобы в этой стране способ принятия решений общегосударственных был максимально экономным, эффективным, понятным, ясным и не создавал кризисных ситуаций. Сегодня так получилось, что пост президента, бесполномочного президента, избранного всенародно, является проблемой. Он является тормозом. Я не говорю сейчас о фигуре Дадона персонально или Санду персонально. Это проблема.
Человека, которого избирают таким вот образом, он должен что-то мочь. А зачем он нужен, если есть премьер-министр? Если есть глава правительства, который опирается на большинство, которое существует в парламенте. Вот избрали депутатов, появилось там политическое большинство. Назначили они правительство. Вот глава правительства и есть глава государства. Все ясно. Не справились, ушли в отставку, провели другие выборы. Все быстро, ясно, понятно, удобно. Зачем нам весь этот церемониальный аппарат? Поэтому мы, давайте без этих, парламентская республика, президентская республика, мы против поста президента, не против конкретного человека, который занимает этот пост, против самого поста. Но не приживается он у нас. Все вспоминают времена президентства Владимира Воронина, и что тогда президент чего-то весил и значил. Но значил и весил он только по одной единственной причине. Не только в силу своих каких-то психологических факторов и так далее. А потому что у него было парламентское большинство в молдавском парламенте. А он являлся при этом лидером этой партии. Но это была все равно очень сложная система управления государством. Парламентское большинство ему подчинялось не как президенту, а к лидеру партии. И это было законно, это было в соответствии, так сказать, с Конституцией и так далее. Ничего тут поделать нельзя, просто никому в голову не приходило, что такое теоретически может оказаться, что главой государства, президента может оказаться председатель партии, большинство которой окажется в парламенте. Сначала 71 место, потом 56 мест, потом 60 мест и так далее. Таких случаев больше не будет, и закладываться на подобного рода вещи не следует. Убрать, вырезать пост президента как ненужный, бессмысленный, опасный и конфликтный. Марк Евгеньевич, какими качествами должен обладать настоящий политик? В Молдове он должен быть неподкупным. Но именно в Молдове он должен быть еще и любопытным. Потому что одной совести мало. Молдова – это страна, выживание которой по-настоящему – это ежедневное решение сложнейшего алгебраического уравнения. Молдова – это страна, которая может достичь успеха только благодаря знаниям, благодаря поиску ответов на самые нерешаемые вопросы. Поэтому сочетание этих двух качеств – моральной чистоты, неподкупности и желание постигать новое, это те два очень важных условия, которые сегодня востребованы молдавским обществом. Политики, наблюдаемые, к сожалению, другие. Они продажные, они костные, они пытаются эксплуатировать человеческие слабости, они делают ставку на невежество, они культивируют продажность среди избирателей, сами продажные, ну и люди пусть будут такими. Вот. Но и страна при таких политиках где находится? Она находится за, так сказать, границами уже, так сказать, жизни и смерти. Поэтому, если мы говорим о новой политике, то политика в Молдове – это не грязное дело. Это дело честное, ответственное, интересное. Она должна привлекать людей, которые действительно готовы к переменам, готовы быть символом этих перемен. Готовы потратить львиную долю своего времени на то, чтобы эти перемены осуществились, пожертвовать собой. Светлана Навродская по поводу того, что сегодня в Молдове действует финансовое самоуправление школ. В ситуации, когда одни крупные лицеи не знают, куда им потратить деньги, а небольшие лицеи, так сказать, в них экономятся, так сказать, деньги даже на завтраки для детей. Я уже говорил о том, что вопросы образования, в первую очередь среднего образования, являются фундаментальными для Молдовы, которые требуют действительно политической воли. Ситуация, когда школы превращены, так сказать, в самоуправляющиеся финансовые республики, она немыслима. Образование детей – это общенациональная задача, которая не может решаться, так
сказать, по принципу, вот это хорошие дети из хорошей семьи, из хорошего района, а вот это пусть они там получают образование третьей свежести. Пока мы не поймем, что образование – это один из важнейших ресурсов выживания страны, мы никуда не сдвинемся, но, по-моему, уже время для подобного рода откровений прошло. Нужно действовать. Нужно действительно менять образовательную систему. Нужно, причем именно систему, нужно изменять учебные программы, нужно изменять статус школ, изменять положение и статус преподавателей. Об этом написано в нашем плане действий, вы можете, так сказать, ознакомиться подробнее. Кирилл Боремечков. Кто выдает лесорубочные билеты, вырубаются лесополосы по всей стране? Это действие приводит к экологической катастрофе. Значит, совсем недавно озеро в Таракли, на одном из берегов, на которого росла лесополоса. Клен был вырублен беспощадно, население лишено возможности отдыха в жаркую летнюю погоду. Ну, вы знаете, по поводу, так сказать, того, кто там выдает лесорубочные билеты и прочее, мы должны, в конце концов, приравнять уничтожение лесов в Молдове к самым тяжким уголовным преступлениям. За несколько лет Молдова, вы еще найдете статистику, где у нас облесение 12%, она не соответствует действительности, у нас уже около 6% облесения. То есть это гибель, это катастрофа, это гибель, это проблема, сразу возникает цепная реакция и в отношении качества воды, потому что облесенность является очень важным гидрологическим фактором. Это и вопросы уничтожения наших черноземов. И если в таком государстве, например, как Литва, за вырубку деревьев вам светит тяжелейший уголовный срок, то в Республике Молдова, к огромному сожалению, кто является главным уничтожителем лесов? Ну, те, кому поручена защита лесов. У нас существует идиотское, преступное понятие санитарной рубки леса. Понятие несовместимое ни с какими, так сказать, ни научными, ни с экологическими стандартами. Увеличение площади, так сказать, посадки лесов является, ну, должно стать одной из наших общенациональных стратегий, не говоря уже о том, что никаких вырубок быть не может. Никаких. У нас из молдавского дуба продолжают строгать паркет для местных чиновников и начальства. Ну, это же просто преступление. Марк Евгеньевич, вы знаете, что железнодорожники Молдовы 4-5 месяцев не получают зарплату. Представьте, что осенью на досрочных парламентских выборах гражданский конгресс берет большинство мандатов. В какой срок, думаете, будет полный расчет с работниками железной дороги? Вы знаете, что гражданский конгресс является единственной политической партией, которая поддержала борьбу железнодорожников. И мы считаем, что если мы будем тянуть до осени, у нас точно уже не будет никакой железной дороги и никаких железнодорожников. Расскажите мне, как можно просуществовать, не получая зарплату почти в течение года. Отсутствие государственного решения, которое, несомненно, на поверхности в этом смысле, является еще одним проявлением людоедского характера правящего режима и всего действующего парламента. Железнодорожники должны, безусловно, искать источники солидарности и поддержки своей борьбы не с действующими политиками, а с обществом, которое их, безусловно, поддержит. Если мы готовы и как политическая партия оказать содействие в борьбе железнодорожников в их самых радикальных формах протеста, потому что вернуть заработную плату представителям стратегической молдавской отрасли, молдавской экономики, это вопрос жизни и смерти. И те, кто этого не понимают, недостойны, не являются ни депутатами парламента, ни управлять Республикой Молдова. Дадон вчера сообщил, что парламент отменит режим ЧП только в случае избрания Головатюка премьером. Что это, шантаж? И кого шантажирует Дадон? Все население Молдовы или Санду? Ну, вы знаете, Игорь Николаевич
я уже говорил, очень серьезно подводят представителей своей партии. Либо действующее чрезвычайное положение существует для того, чтобы оказать содействие большинству молдавских граждан, для того, чтобы оградить нас от расширения пандемической угрозы, либо оно существует действительно для того, чтобы отложить парламентские выборы. Вчера Игорь Николаевич Дадон сказал, что на самом деле чрезвычайное положение существует для того, чтобы просто отложить парламентские выборы, для того, чтобы назначить правительство, удобное социалистам. Ну и как это называется? Выглядит это смешно, выглядит это жалко, но это, конечно же, выглядит кощунственно. Это плевок большинству граждан. Они вчера поняли, что на самом деле никакой борьбы с пандемией в условиях чрезвычайного положения не предусматривается. Никто не собирается воспользоваться особым режимом чрезвычайного положения для того, чтобы снизить и число заражаемых людей, для того, чтобы прийти на помощь тем, кто болеет, для того, чтобы обеспечить большим кислородом, большим количеством коек и так далее. Вчера стало понятно, что общечеловеческая, общенациональная беда используется исключительно с одной целью, для того, чтобы подельщики Игоря Николаевича Дадона сохранили свои места в парламенте. Мне кажется, что такая политическая партия заслуживает только одного. Она заслуживает самого главного, так сказать, общественного наказания. За такую партию нельзя голосовать до тех пор, по крайней мере, пока у нее такое руководство. Ну и последний вопрос. На этой неделе в одной из передач на контролируемом социалистами канале Дадон сообщил о неких антропологах, которые работают против него по указке Санду. Это он случайно не вас имел в виду. Значит, послушайте, Игорь Николаевич постоянно заявляет о том, что он никого не боится. На днях он заявил о том, что он не боится партии, политической партии, которая вдруг ни с того ни с сего, как он считает, начала открывать свои офисы и активно действовать на территории Республики Молдова, якобы по указке Санду. И под этой партией он, конечно, понимает гражданский конгресс, потому что я не знаю, существуют ли антропологи в других политических партиях. Игорь Николаевич Дадон, он должен избавиться от определенной манечки. Он все время боится Майю Григорьевну Санду. Он должен бояться себя. Для того, чтобы бороться с Игорем Николаевичем Дадоном, совсем не обязательно быть наймитом Санду. Для этого достаточно просто любить Республику Молдова. Просто любить Республику Молдова. И понимать, что нахождение во власти таких политиков, как Дадон и социалисты, несовместимо с какими бы то ни было светлыми перспективами, которые, так сказать, рано или поздно наступят в нашей стране. Спасибо за внимание.